Всем привет, Кент на проводе. Сегодня мы играем в замечательный экшен под названием Нью-Йорк Зомби 2. Сюжет игрушки очень простой. Произошел апокалипсис и выжил всего лишь один человек. Угадайте, кто? Конечно же я. Кто же еще может выжить после зомби-апокалипсиса? О, Стас Михайлов, это вы? Здравствуйте. Я был на вашем последнем концерте, мне очень понравилось. Самое приятное, что когда умирают эти зомби, после них не остается никаких следов. То есть не надо будет после них убираться в своей комнате. Ну, правда, есть небольшой след крови, но он уже старый, поэтому, думаю, можно так и оставить. А знаете, за что я убиваю этих зомби? О, товарищ полицейский, за то, что они разбросали мою драгоценную еду. За еду я любого порву. Мне как бы все равно, что тут везде грязно. В принципе, в общежитии это всегда так. Но то, что они разбросали мою еду, за это, ребята, бью в упор. О, ты чё, ниоткуда появилась подружка? Ну так, слева и справа всё. Берём пистолет в руки, так будет понадёжнее. Опа-па. Я когда получил стипендию... Ой-ой-ой, ничего себе, что там у них творится? Да откуда вы ниоткуда появляетесь? А ну всем стоять! Сим-сим, откройся! Ага, мне надо найти, короче, ключ. Кажись, это босс. Смотри, какой жирный, надо ему сразу в голову попасть. Перезарядочка. Так, ребята, вы меня так не пугаете? Ах, какой медленный жирдяй! Опа-па, с тебя выпал ключ, я его, конечно же, подберу. Спасибо. Ребят, вы, честно говоря, если бы я не посмотрел кое-какой обзор, я бы жизни не додался, куда мне надо идти. Сейчас я вам все это дело продемонстрирую. Короче, мы идем в конец этого коридорчика и поворачиваем направо и идем по этим шторкам или окна, не знаю, что это такое, потому что я еще ничего не вижу. И доходим, короче, до... Куда мы доходим? До вот такой вот секретной двери. У меня в спину какой-то засранец бьет. На всякий случай пару патронов. А кто мне... А, вот ты, через стенку. А, да ничего страшного. Для этой игрушки это норма. Через стенку драться. Так. Ну что? Сюрприз, мазафака. О-хо-хо! Товарищ полицейский, что это за патихард у вас без меня? Меня не позвали на вечеринку. Теперь берегитесь. Хо-хо-хо. А у них тут было весело. Так, тут мы берем плоскогубцы. Все, я понял. И теперь сейчас мы откроем вот эту главную дверь. Короче, ребят, я от вас удаляюсь. Так что не старайтесь меня догнать, потому что я все равно быстрее. Так, привет, ты что там делаешь? Мне как бы трудовато одному человеку против 7 миллиардов зомби. Но я справляюсь. Так. Команды бежать не было, поэтому, ребята, я думаю, что вам придется пару минут отдохнуть. Открываем. Все, мы прошли миссию. Вторую миссию я проходить не буду, потому что мне придется потратить еще примерно пару часов своего личного времени. Поэтому, ребят, на этом можно заканчивать. Игрушки я ставлю по пятибалльной системе четверочку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кент. Всем пока.